Здравствуйте. Меня зовут Лилит Карапетян. Мне 23 года. Рост 170. Я не понимаю, почему вы так смотрите на меня. Нет, мне, конечно, нравится, когда на меня смотрят. Да, я люблю внимание, но так смотреть-то не нужно все-таки. Нет, я не понимаю, почему иногда вот мужчины позволяют себе вот так вот глазеть. Я вот летом ехала один раз в метро. Значит, еду. Лето, жарко, ну не то чтобы я была как-то не так одета, я была в длинной юбке. И значит, держусь я за поручень. Еду, и тут я чувствую, что кто-то к моей руке касается. Думаю, ну, наверное, просто час пик, и много народу, случайно. Ну, убрала руку, подняла чуть выше. Еду дальше, трясусь, еду. Чувствую, что опять кто-то трогает мою руку. Думаю, ну нет, может быть, мне кажется. Я повернулась, смотрю, какой-то мужик смотрит на меня и улыбается. Ну, тут я понимаю, как бы, в чем дело. Убираю руку опять и заново кладу ее в другое место. Тут опять, понимаете, он хватает меня за руку. Я уже повернулась, смотрю на него, мол, ты что делаешь, мужик? И он мне вот так вот показывает на щеку, мол, поцелуй меня, деточка. Что вы думаете, я не растерялась? Взяла и как дала ему по щам. Нет, мне кажется, что так нельзя себя вести. Нет, можно смотреть на девушек, но, знаете, так, чтобы не смущать их. Потому что можно получить по щам как следует.